Небо, самолеты, десятки фотокамер. Любители авиационной фотографии, так называемые спотеры, снова смогли ощутить атмосферу аэропорта, почувствовать адреналин неба, проникнуться духом путешествий. В назначенный день всем, кто увлекается фотосъемкой самолетов, разрешили пройти на режимный объект, куда невозможно попасть в обычное время, и тем более со съемочной аппаратурой. Самолет разгоняется, отрывается от взлетной полосы, и вот он взмыл вверх. Важно зафиксировать каждый момент, не завалить горизонт и держать воздушное судно в фокусе. И так несколько раз за день. Каждый из фотографов здесь, чтобы пополнить свою коллекцию уникальными снимками авиатехники. Уже лето, то есть солнце, зелень и самолеты, красиво взлетающие на фоне уже летнего фактически неба и пейзажа. А почему именно споттинг? Да, наверное, даже не знаю, почему именно. Потому что, может быть, с детства увлекался самолетами, собирал сборные модели самолетов. Ну и сейчас как-то приросло уже и к фотографированию самолетов. Для кого это делать? Для себя. Все это делают для себя, потому что это просто красиво. Непредсказуемая приморская погода не расстроила участников мероприятия. Наоборот, многие из них были рады возможности сделать редкие кадры самолетов и на фоне хмурого неба, и в лучах яркого солнца. Среди фотографов были и те, кто может похвастаться участием в международных авиаспоттингах. И в России, в Москве, в Санкт-Петербурге, и много где в Европе, в Азии, в Сеуле, в Токио, много где. Аэропорт Цюриха очень нравится. Там есть отличные обзорные площадки для всех, свободный доступ. Практически рядом с местом, где взлетают самолеты, можно спокойно, свободно фотографировать и наблюдать. Этот споттинг собрал несколько десятков фотоохотников. В этот раз решили сделать смешанную группу. Здесь как профессионалы с навороченной техникой, так и любители. И те, кто впервые пробует себя в роли авиаспоттера. Мэтры помогают начинающим, советами делятся с ними опытом. Был очень удивлен, когда заявку одобрили. Честно говоря, вот на таком вот мандраже, да, вот с этого момента и нахожусь, вот, ребят, под впечатлением. Я просто на самолеты залип, но вот от этого всего, да, самолеты вблизи, вот эти вот взлеты, посадки. По традиции, лучшие фотографии участников мероприятия будут размещены на сайте и в официальных аккаунтах аэропорта. Вообще, авиаспоттинги в России стали проводить с 2007 года. Не каждый аэропорт нашей страны может похвастаться таким мероприятием. Владивосток участвует в этой акции не первый год. В 2019-м этому движению в приморской столице исполнится 10 лет. К слову, следующий споттинг проведут в честь Дня воздушного флота. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.